В минувший четверг винный бар «Гараж» был переполнен мужчинами в белых передниках, оживленно готовившими еду под прицелами теле и фотокамер. Командовал парадом в белом колпаке шеф-повара генеральный директор компании «Доминикс» Виктор Троицын. Сначала он с помощью директора по рекламе и маркетингу «Мексмедиагрупп» Елены Мать приготовил утренний витаминный напиток из кефира, огурцов и зелени, а затем рассказал «Микс ТВ», что автозавтрак посвящен началу продаж в Латвии новых «Мерседесов» А-класса. Мне кажется, что «Мерседес» адресовал эту машину людям молодым достаточно, даже трудно сказать, с каким характером, креативным людям, которые хотят показать себя, показать свой автомобиль, через автомобиль себя показать. Рассказал господин Троицын о том, какие гастрономические ассоциации вызывает у него новый автомобиль. Напиток, который мы приветствовали сегодня гостей, то, что видели, голубой, интересный напиток, который инновативен и в то же время имеет такой достаточно традиционный вкус. Оказалось, что сотрудники компании «Доминикс» в большинстве своем мужчины весьма неплохо готовят. Так, начальник отдела продаж легковых автомобилей Роберт Плаканс на наших глазах сотворил нежные бутерброды с творогом. Главный по микроавтобусам Арвилс Юркелис украсил тосты с козьим сыром, сальсой из паприки и соусом песто. А начальник отдела грузовых автомобилей Айвис Заперецкис создал весьма художественный дуэт моцареллы и томатов. Какие кулинарные ассоциации вызывают у меня машины? Тяжелые авто, которыми я занимаюсь, сытной едой, стейками, карбонадами. Но обязательно в сопровождении салатов, потому что у всех «Мерседесов» уже давно зеленое мышление. Они производятся в полном соответствии с экостандартами. В процессе завтрака выяснилось, что гастрономические двойники есть и у машин других марок. У «Субару» характер острый, но не без нежности. Поэтому иногда мне это авто напоминает коктейль «Кровавая Мэри», а иногда мягкий «Секс он э бич». Ну а появившийся в конце прошлого года «Субару БРЗ» больше всего похож на соус «Гуакамоле», который я приготовил с лучком и перчиком чили. Автомобильные блюда за завтраком были съедены со скоростью, достойной хорошего «Мерседеса», что еще раз подтвердило, мужчины, если они чем-то увлечены, могут легко соединить, казалось бы, такие далекие друг от друга вещи, как машины и кулинария. Екатерина Сафронова, Карина Эванс, специально для «Микс ТВ».